Всем привет, с вами снова Данил Букреев, вы на канале удачных покупок с Алиэкспресс. Здесь микс заказ от одного продавца. С Китая можно заказать много разных вещей в одной посылке от одного продавца. И, кстати, снимаем этот обзор мы, потому что у нас сломалась камера. И снимаем его на телефон. И телефон куплен в Китае. Если хотите, ссылку я дам под видео. Ну, тут просто очень много всего. Посылка обошлась нам за $20. Давайте начнем. Миленький кошелечек, не помню его цены, ну, все банально просто, но очень мило, да, то есть прикольно, да, согласны. Это держатель для наушников, да, тут можно накрутить на него наушники, тут вот даже нарисовано, если видно, не знаю. Ну, тоже забавно, все по чуть-чуть стоит дешево, ну, прикольно. Это, ну, это чехол, панель для зубной щетки, ну, в поход куда-нибудь, ну, удобно, да, то есть не трется по сумке. Это тапочки, ничего особенного, просто тапочки, да, не знаю, что о них сказать, размера были они, по-моему, фиксированного. Очень прикольная вещь, которая пришла в этой посылке, это коврик под мышку, ну, он очень забавный, это рыба, медведь, ну, наверное, всем девчонкам нравится, да, посылка такая женская, да, так скажем, ну, то есть девушка заказывала, ну, очень забавно, и лозить мышкой по нему, это будет прикольно. Потом такие для студенческого или каких-то документов, то есть можно сюда положить. Ну, тоже удобно, прикольно. Теперь пояс вообще сверхдешевый. Ну, у нас такие стоят дороже. Просто если вам нужно удерживать ваши штаны, его не будет видно. Ну, я думаю, что это отличное решение. Теперь это ключница. Ну, я не знаю, стоит ли ее распаковывать. Давайте быстренько покажу вам все-таки, потому что... Интересно, да? Это ключница. То есть очень тоже дешевая. Все в одной посылке от одного продавца. Потом еще что нам? Это кейс для таблеток. Я не знаю, наверное, распакую. Ну, все банально просто. Да, открывается 4 ячейки. Следующее, что я вам покажу, это просто полотенечко. Очень мягенькое такое должно быть. Да, я не ошибся, очень мягко. Ну, протирать ноутбук, например, да? То есть, ну, просто можно взять до массы. Заваривать чай, заварничек, открывается, закрывается. Ну, я думаю, что тут видно. Ну, на чашку можно повесить в виде ноты. Тоже очень дешевый. Это такая сумочка для, может быть, каких-то личных вещей. Можно даже сюда там положить плеер или еще что-либо подобное, чтобы не терлась там по сумке. Ну, то есть, женская посылка, да? И вот здесь двое... штанов, леггинсов, не знаю, леггинсы, да, называется правильно. Оба размера free, но здесь, наверное, будет не видно. Но оба должны быть одинакового размера. Но я уже смотрел эту посылку и скажу вам, что они кардинально отличаются, хотя размер free. С ними была небольшая проблема, то есть есть... Вот эти леггинсы очень хорошие, они флисовые, они очень тепленькие. Ну, под низ, я думаю, ну, девушкам вообще класс пододеть. И они хорошо тянутся, да, то есть размер реально, можно сказать, фри. Вот это что пришло, я не знаю, вообще это бред какой-то в этой упаковке, как бы красивой, да. Но они, во-первых, не растягиваются, но они детские просто, я не знаю, видно это на видео или нет. Но они просто детские, я не знаю. Как должен быть одинаковый размер, но я не знаю, видно ли на видео, но они... Вот даже если приложить, конечно, не сильно видно разницу, но при растяжении видно, да, что эти намного хуже тянутся, да. То есть, ну, тяжело, конечно, так показать, но будем открывать, в общем, спор. И вы обязательно смотрите, на канал выложим видео, как мы решаем этот спор. Будет интересно, потому что посылка большая, и всего лишь один товар как бы пришел бракованный. И я получаю всегда хорошие посылки, у меня хорошие отзывы. Не потому, что я рекламирую сайт AliExpress, а потому, что я стараюсь подходить правильно к выбору продавца и к выбору товаров. Поэтому не нужно меня винить в рекламе AliExpress. В принципе, все. Еще что хочу сказать. Открылся новый канал Handmade. Все про рукоделие. Как всегда, ссылочку вы видите.